Должна же я хоть одну книжку прочитать, отдохнуть на даче. По-человечески, как люди отдыхают? Читают, лежат себе спокойненько. Вот и я тоже сейчас хотя бы одну книгу, но прочитаю, пока тут дачничаю. Так, выберем сейчас книжечку. Стругацкий, чего тут? Ага. «Тысяча и одна ночь». Это что? Флобер. Флобер. Сколько томов-то? Это мне как раз на весь отдых. Так, ну, Флобер так Флобер. Так, госпожа Бовари, провинциальные нравы. Начинаем. Как культурный человек буду отдыхать. Чё-то я нафлоберилась. Пойду-ка я поработаю. Похоже, мне только про растения читать, а не про любовь. Эх. Ой, пошли отдыхать. Раз флобер, два флобер, три флобер. И вот этот маленький флоберчик. Thank you.